Вот. Вот здесь стояла она. Сброс одометра. Но от вибрации, потому что, видишь, планета 5. Неебическая вибрация, которая все откручивает к хуям. Открутилась и проебалась гаечка. Я нашел таки замену. В продаже их нигде нету. Так что, слушатели Сазона, берите на заметку, незанятая ниша. Продавцы Сазона. Вот такая гайка. Она подходит от какого-то то ли тумблера. Ну, короче, я ее не скручивал с тумблера. Мне ее дал мужик, у которого была куча всяких гаек. Он там покопался и вот эту вытащил. Но, скорее всего, она либо с тумблера, либо с галетного переключателя, либо с гнезда советского предохранителя. Вот. Это резьба М14 шах 1. Вот, и она, кстати, туго накручивается. Не знаю почему, может быть, со временем. А может быть, специально сделана тугая резьба, чтобы она не откручивалась. Но вроде как гайка с шагом уготалась. Она хоть туго и накручивается, но алюминий не перенарезает. Все, так как этого видоса нету про гайку одометра, вот я решил заполнить пробел. Всем пока.